Эти кадры не фрагмент очередного шпионского боевика. На днях стало известно, что компания Google запустила конвейер по сбору умных очков. Первые экземпляры Google Glass уже отправлены тестерам. Функционал очков способен удивить даже режиссеров «Терминатора». С помощью гаджета от Google можно звонить, писать и читать смс-сообщения, выходить в интернет, общаться в социальных сетях и даже фиксировать на фото или видео происходящее вокруг. Для всего этого очки оснащены модулями беспроводной связи Bluetooth и Wi-Fi, голосовым управлением, 5-мегапиксельной камерой и 16 гигабайтами флеш-памяти. Hi, what's up? Hey. Hey. You want to say something cool? Yeah, sure. Пока Google Glass представляет собой обыкновенную оправу от очков, оснащенную камерой и проектором. Изображение будет транслироваться на экран перед правым глазом. Сообщается, что пользователь будет воспринимать его как 25-дюймовый экран, находящийся на расстоянии чуть более 2 метров. Аудиосистема очков основана на костной проводимости. Звук, как вибрация, передается в среднее ухо через кости черепа. Но умные очки можно использовать и как солнечные, и для коррекции зрения. Для этого в них достаточно вставить соответствующие линзы. К тому же Google Glass совместим с любым телефоном, имеющим Bluetooth. Чтобы читать на экране очков текст сообщений, необходимо установить приложение MyGlass. Как следует из сообщения Google, в ближайшее время с конвейера сойдут первые 2000 умных очков, которые получат заплатившие за них $1500 тестеры и победители специального творческого конкурса. Google будет рассылать очки ежедневно по мере сборки и проверки новых экземпляров. А для всех желающих Google Glass станет доступным к концу 2013 года. Приобрести чудо техники можно будет с середины декабря. Александр Александров, Универньюз.